спонсор. Народ, я знаю, что на Ютубе есть тысячи игровых каналов, поэтому хотелось бы поблагодарить вас за то, что... Нормально. Бомжи в дворе дерутся. И всем привет, дорогие друзья! С вами канал Black Horror, и сегодня мы посмотрим на последнюю игру своей серии, пока что. Последнюю — это Uncharted 3. Иллюзии Дрейка. Это третья игра, которая входит в комплект Натана Дрейка для PlayStation 4. Давайте же посмотрим, чем эта игра отличается от соответственной версии PS3. Ну, помимо 60 FPS и 1080p. Ну что ж. Давайте начнем. А сложность возьмем низкую, соответственно. Третья часть игры Uncharted, лично на мой взгляд, считается одной из лучших. Точно из остальных частей. Хотя, вообще люди считают, ну, если говорить о фанатов данной игры, третью часть именно. Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью, в темных закоулках разума. Но стоит им проснуться, как мечты их обращаются прахом. Но есть и другие. Те, кто грезит наяву. Опасные люди, ибо они идут навстречу мечте с открытыми глазами. Это сделал я. Ну вот, вот такое начало. И сейчас, как я помню, по моей памяти, Натан Дрейк идет с Али продавать кольцо. Идет в бар. Почему же для меня считается третья часть Uncharted намного лучше второй и первой? Хотя ее даже делал Naughty Dog, но какое-то другое подразделение, которое они там выбрали. В общем, мне третья Uncharted нравится больше остальных только тем, что здесь перестрелки сделаны более реалистично, более мудро. То есть, когда противников не так много, не такая армия, которая была во втором Uncharted или первом, особенно в первом. И при этом они представляют собой какую-то опасность. Только этим. А так, третья Uncharted от второго даже графикой не отличается сильно. Руки вверх. Любишь свою работу? О, да, обожаю. Теплый прием. Оружия нет. Прошу извинить. Это вынужденная мера. Полагаю, вы Толбот. Мистер Салливан и мистер Дрейк. Это я. А ну у вас? Сначала покажите деньги. Катер. Все здесь. Показывайте. Я должен его проверить. Конечно. Серебро. 16 век. Елизаветинская эпоха. С девизом сэра Фрэнсиса Дрейка. Что ж, кольцо подлинное. Ну, конечно, подлинное. Позвольте спросить, а откуда оно у вас? Это важно. Мой клиент будет доволен. Постойте-ка. Нас хотят надуть. Уверяю вас, мистер Дрейк. Эй, ты прав. Эти купюры явно фальшивые. Это что еще за комедия? Могу задать тот же вопрос. Ну все, баста.
Сделки не будет. Клиенту скажете, что все профукали. Идем, на это пошло, но все к черту. Не в вашем положении ставить условия. Отдавайте кольцо, берите кейс и уходите отсюда по-хорошему. Пока можете. Делай, как он говорит. Вы вор. Надо же, какая ирония. Ну, и, собственно, сам гибло. Давай. Так, нажмите квадратик, чтобы это копить. Все! Этот мой! Отлично. Один на один. А вот, кстати, в третьем уже, черт. Здесь геймплей, особенно драки, выполнен намного лучше. Давай, брешь мне! Ну! Ах ты, урод! Так. Здесь даже много приемов появилось. Ты что, устал, что ли? Ну, шутки фирменные, конечно же. Это еще как. Ну вот боевая как раз система здесь, скажем, выполнена очень здорово. Мне это нравится. Так, долбим. Ну, уходим отсюда. Давай. Это что? Привет, дистрофик. Держу. Давай, бей его. Не советую, дедуля. Черт. Ой, ё-моё. Держи его. Ты пролил моё пиво. О, пролил пиво. Всё, теперь точно всё серьёзно. Так. Вот, я угощаю. О, парни, хватит. Вот она, главная фишечка боевой системы в игре Uncharted. Взаимодействие с... предметом. При том, что взаимодействует он с ними как-то сам. То есть, например, вот ты дерешься рядом со столом, он сам берет кружку. Это круто. Я присоединюсь, не возражаешь? Да, все, он попал. Вот так вот, например. Это очень круто, мне это нравится. Что так что, боевая система просто потрясающая. Стоп. И это все? Ну-ка, давай. Ты чё, зубы жмут? Хватай! Ах ты! Чёрт! Как-то нехорошо вышло. Да ёп! Стали! Ну-ка, отойди. Это лучше. Ещё? Ну давай. Спасибо. Готово. Драйка в туалете. Черт, плохо дело. Давай. Сейчас, погоди секунду. Я догоню. Ну? Ой-ой. Все плохо. Так, это геймплей. Мы идем. Во. Так, ты другое дело. Что-то получается. Но только злее. И все. Блеха, я же нажал. Утомительно. Я же нажал на треугольник, но... Давай. Во. Ты там живой? Ты ранен? Только моя гордость. Им будет нужен Вантус. Так. Ну, пошли шутки отсюда. Здесь потрясающие. Эй, ну, посмотрите на график. Через черный ход. Поскольку у нас боевые системы закончились,
Боевой геймплей можно посмотреть приблизительно на графончик. Он, конечно, получше, чем во втором Uncharted. Но он не так сильно отличается, как первый от второго, например. Держи их! Старый хрыч за мной! Во! Взаимодействие с предметами. Ну это просто круто, разве нет? Ты готов? Если можно было сковородку вроде взять. Пошли. Упс. Черт. О, засада. Ну давай, иди сюда. Америкашка. Один треп. Эй, эй, хватит с него. Да, приятель? Стоп. Лежать. Ну, Виктор? Кейт? Все бродишь по подворотням со своим протеже? Подумать только, в твоем-то возрасте. Это вы, ну конечно. О, осторожно, вдруг растаете. Тот же дерзкий щенок. Такой смелый. И все-таки чего же ты боишься? Не пуль? Ни крови, ни зверской боли. Нет. Тебя все это заводит. Так ведь? Бой со смертью. Кто кого? Кейт. Не бойся, Виктор, я не трону твоего мальчишку. Я лишь заберу свое. Отдайте. Катер! О боже, что ты наделал? Ты. Болван! Не стоит благодарности, мадам. Марлоу, вам нужно уходить. Ну, пристрелил мерзавцев, что с того? Эй! Ну, а сейчас нас должны перенести в прошлое. Где Натан Дрейк является... ребенком. Ну и как известно, игру-то я проходил, и, понятное дело, все это подстанова. То, что их подстрелили, они живы. Фрэнсис Дрейк. Или Парта. Ну, какой-то выставочный музей. 20 лет назад. Натан Дрейк. Ну это круто. Геймплей за... молодого Натана Дрейка. Сколько ему здесь? 14? 12? Ладно. Ну. Поехали. Так, что тут можно осмотреть? Просто показывают, куда идти. Что-то я подобрал. О, все тот же дневник. Неужели? Смотрите-ка. Какая-то лама. Золотая лань. Ну ладно. Не понимаю, что за золотая лань. Дневник не переведен. Нам сюда. Может, наверху? Давай. Бежать мы не можем. Просто идти. Открыть дневник Нейта. Ну, мы же его открыли уже. Так. Здрасте. Оно должно быть в витрине. Ну что ж, любым сценографу. Я вижу, что... ну, в третьей части вроде разрешение было даже меньше, чем... а во втором, не знаю, было ли там 720p, но, блин, выглядело оно там как-то не очень. А как-то все так, знаете, пикселяво было. А здесь же потрясающе.
Игра выглядит как... Да как... Они хорошо переделали. В общем-то, сравнимо с некоторыми новыми частями. Черт. Игр этого года. О, а вот и Салли. Ну, пока что они здесь не знакомы. Callejera, suélteme. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Что тогда, что сейчас? Я не понял, зачем охрана выгнала Натан Дрейка. Говорит на каком-то непонятном языке. Пендехо. Пендехо? Что значит пендехо? Сулмате? Я не знаю такой язык. Вот он где. Ну давай. Предстоит нам Стайлз. Где мы будем преследовать Салли? Нельзя его упустить. Но при этом бежать я не могу. Я его вижу. Очень хорошо. А, вот он где. Вроде бы, как я помню, нам как-то нужно будет прятаться иногда. Так, ну что так будет стоять? Чтобы укрыться. Вот, отлично. Отлично. Так, чтобы обогнуть угол, отклонить левый стик. Соответственно, нажмите кабельшок. О, криво лежит. Криво лежит. Да он гнилой был. Ну да. И куда он делся? Да вон он же, ты его не видишь. Так. Куда он идет? Ты... Стой! Да... Не пройти не могу. Вот все. Что-то мне это не нравится. Чё он остановился? Меня ждет. Интересно. Что он делает? А вот здесь уже вроде бы нужно уже не напрямую заходить, а подниматься на третий этаж, как я помню. Черт, заперто. Поищем другой путь. Вон он идет. Прикольно. Достаю. Да что ж ты будешь делать? Что-то я делаю не то. Явно не то. Вот, все. Достал. Что он там делает? Посмотреть бы. Извини, приятель, можно побыстрее? Меня ждет дама, сам понимаешь.
Да бляха. Aquí lo tiene. Ага. То, что надо. Gracias. Adiós, amigo. Так, как достать бумажник? Черт, и это тут не спуститься. Так, давай. Блихомху, я ж испугался. Отлично. Так, теперь его преследуем. То повсюду охрана, как видно из этого. Натану и не спуститься. Так. Чё-то я же испугался. Подумал, сейчас паду, но я живой. Он хочет срезать путь. Надо проследить с крыши. Ещё бы немножко можно было упасть. Так. Давай. Отлично. А он его. Не вижу его. Кто там с тобой? Так, здесь что-то лежит. Отлично. Какой-то ножик. Спускаемся. Вдруг упущу. Да не упустишь. Черт, так туда нельзя. Так, если мне не изменяет память, нам нужно. Мне нужен его выкрасть. Бумажник. Бумажник, а будет это в виде геймплея или ролика, я уже не помню. Что я посмотрю? Так, он в кармане. Это мой шанс. Как-то все легко. Далось ему. Черт! Суэлтами, вехо! Вторая попытка. Отпустите! А, так я и думал. Не смей удирать. Далеко ты забрел, сынок? Я вам не сын. Родители теперь волнуются. Ну, это вряд ли. Ясно. Больная тема. Ты талантливый воришка. Я оценил. Не знаю, о чем вы, папаша. Эй, я тебе не отец. А техника у тебя хромает, сам выдаешь себя наперед. Что за чушь? Чушь? Ты ходил за мной хвостом по городу. Видать, счел меня легкой жертвой. Не на того напал, брат. Стоять. Что? Бумажник. Значит, придется звать полицию. Валяйте. Им будет интересен старый турист, зажавший пацана в тихом переулке. А ты хитрый маленький воришка. Я способен постоять за себя. И, кстати, полицию вы любите не больше, чем я. Ты прав. Парень, бумажник. Хоть попытался. Ну да. Но ключ он забрал. Это самое главное. Ну, может быть, не только ключ. Выдаю себя наперед, значит, да? Отлично. Впереди нас... Так, мне музей закрыт. Работа на втором этаже. Здесь его вроде не так много геймплейза. Ну, скажем, молодого Дрейка, но все же.
Как туда? Там что-то лежит интересное. Ну да ладно. Я даже и не помню, как туда сбираться-то нужно было. Ну что-то мне подсказывает, что нужно идти сюда. Наверное. А может быть. И нет, да, все неправильно. Ладно. Здесь загрузки очень быстрые. Это радует. Я вот прямо сейчас только что видел, куда нужно идти. Бывает. Не увидел. Я на месте. И все, поперло. Пронесло. Можно было спуститься вниз и взять драгоценный камень. Вон, видите, что-то блестит. Эй, вот все, залез. Так-то лучше. Ну, теперь идем в открытое окно. Так. Так, здесь что-то тоже блестит. Что-то дофига что блестит. Ух ты! Эх, пацан! О, Виктор, посмотри! Тот самый грязный щенок, что увел твой бумажник. У тебя нет шансов, сынок. Давай сюда. Ну, кольцо. Какое? Кэтрин! Кем ты себя возомнил? Ты просто жалкий, немытый попрошайка. Ты не достоин касаться этого. Кэтрин, ты в своем уме? Он ребенок. Взять его! Ну, сейчас самое интересное. Ой, блин, бежать нужно. Кольцо у него! Как мне помнится, здесь это сделано очень даже круто. Ну все. Хочет уйти по крыше! Давай. Цель! Ломай дверь! Скорее! Давай! Пусти! Вот засада! Отлично. Вот черт! Да кто они такие? А ну иди сюда, щенок! Так. Оп. Вот так вот. Да... Черт! Еще бы немножко бы задержался и могли поймать. Пора его пристрелить. Они что, стреляют? О, сало мешает. Отлично. Он сюда побежал! Что-то получается бежать и при этом не тормозить. То есть эффект от этого есть. Уходи, парень! Замечательно. Так,
Вперед! Ой, блядь! Ух ты! Попался! О! Извините, простите. Прошу прощения. Эх ты, недоносок. Ух ты, ё-моё. Так. Не, ну это, конечно, круто. Такой экшен. Упс. Пронесло. Ой. Стоп, я не туда побежал? Так все замечательно шло, я не туда прыгнул. А куда нужно было? Да не, все правильно, просто не долетел. Попался! Че ты? И кто у нас тут? Не ушибся. Не надо бояться. Закрой глаза. Больно не будет. Пошли. Не бойся, парень. Расслабься, парень. Тут безопасно. Ешь. Ну, ладно. Раз не хочешь. Что вам нужно? Хм. Хоть бы спасибо услышать. Между прочим, я спас твою шкуру. Спасибо. Что с этого вам? Ну, вы ведь вор, так? Хм. Ищите выгоду. Да уж, трудно, ребенок. Как попал на улицу? Нет уж, мистер. Извините, я вас не знаю. Легко исправить. Виктор Салливан. Теперь было бы вежливо представиться. Ладно. Скажи хоть, чем тебе приглянулось это кольцо? Оно мое, фамильное. Я просто его забрал. Фамильное кольцо Фрэнсиса Дрейка? Ну да. Не хочу тебя расстраивать, парень, но у Дрейка не было наследников. Никаких детей. Ну, от жены в Англии и правда не было. Умный малый. Дай взглянуть. Ну брось, парень. Если бы я хотел его отнять, давно бы это сделал. Спасибо. Что написано? Парвис ма... Сик парвис магна. Значит, великое начинается с малого. Это его девиз. Да? Кольцо подарила ему королева Елизавета после того, как он вернулся из кругосветного плавания. Она посвятила его в рыцари. Этому ты явно не на улице обучился. Откуда такому пацану знать латынь? Ну, монашки заставили. А, то есть ты был в пансионе? Красивое название. Ладно. И что ты там затевал со своим кольцом и этой астролябией? Это вы скажите. Вы работаете на них. Ну, парень, клиент заказывает вещи, я достаю за деньги. Я не задаю вопросов. Просто работа. Такая милая дама.
Что уж там. Наверняка я уже уволен. Ну ладно. Во-первых, это не астролябия. Это устройство для чтения шифров. Вот, глядите. Огибая земной шар, Дрейк шел через Ост-Индию и утверждал, что 6 месяцев шел отсюда до сюда. Ну и что? Такого не может быть. У хорошего моряка этот путь занял бы от силы месяц. Он явно что-то скрывал. Что-то важное. Например? Например, тайное задание Ее Величества. Или спрятанный клад из награбленных несметных сокровищ. Вот. Ты думаешь? Уверен. И это твое устройство как-то с этим связано? Я вам зуб даю. И теперь оно у Марлоу. Оно бесполезно, без ключа. Патовая ситуация. Пока да. Ты не сказал, как тебя зовут. А вы не сказали, что вам от меня нужно. Ладно. Слушай, ты самородок. Но надо учиться. Оставайся со мной, и я тебя обучу. Спасибо. Мне и одному живется неплохо. Да уж, вижу. Давай-ка попробуем еще раз. Друзья зовут меня Салли. Натан Дрейк. Нейт. Дрейк, да? Ну ладно. У нас с тобой большое будущее. Далеко пойдем. Ну вот. Как видно. И уехали. Но, парни... О, Чарли, ты бы хоть глушитель поставил. Салли, а как же спецэффекты, а? Да уж. Давай-ка. Здесь вот-вот будет полиция. Спецэффекты. Бить можно было и полегче, Чарли. Да я тебя легонько стукнул. Дубовой башкой. О, ну ладно, признаю, немного увлекся. Да уж. Сам просил, чтобы все было натурально. С ним шутки плохи. Так, красотка, они на подходе. Не упусти. Уловка сработала. Как думаешь, быстро они распознают фальшивку? А, неважно. Главное, мы их выкурили. И теперь и найдем их дыру. Пошли уже. Ну что ж, друзья. Фу, мерзость. В нору. Сюда. Сейчас нам нужно уходить от полиции. Понятное дело. Что? Пошли. Ну давайте да. Давайте хоть как-нибудь скроемся. Ну и соответственно, я предлагаю сейчас над этим... Давай, Чарли, чего ждешь? Да, да. Ладно, ладно. Сейчас все кончится. Сейчас все кончится. Скоро-скоро, уже почти. Ну вот и все. Не так уж и страшно. Да что с тобой? Ничего особенного. Клаустрофобия. Ничего особенного. Но как бы то ни было, мы посмотрели на первый взгляд игру Uncharted 3. И сейчас над этим, понятное дело, эту серию закончим. Увидимся в других видео. Пока что видно по первому взгляду, что Uncharted 3 для PlayStation 4 выглядит очень, очень круто. Не считая, конечно, эти текстурки, которые мы видим справа. Ну, собственно... Такая вот ситуация. Ждем Uncharted 4 и, соответственно, поиграем еще в мультиплеер 4 Uncharted. Сейчас, когда вышло это видео, мультиплеер уже недоступен, но все же мы поиграем. Как бы там ни было, увидимся в других видео. С вами был канал Black Horror. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Всем пока.